Далее в нашей программе рубрика «Мы женаты». Два раза в неделю мы рассказываем о парах, которые совсем недавно сказали друг другу взаимное «да». Самую красивую историю выберут телезрители. Герои нашего сегодняшнего сюжета Дарья и Дмитрий Севастьяновы отпраздновали свадьбу в цитрусовых тонах. Каждая деталь на этом необычном торжестве была продумана до мелочей. А как это было, узнаете из сюжета. Знакомство в социальных сетях – одно из самых популярных способов современных людей. Дарья и Дмитрий Севастьяновы не стали исключением. Долгое время общались по переписке, а потом случайно встретились на улице. Уже 5 лет они неразлучны. Очень романтично. Ну, как конфетно-букетный период, как обычно, цветы, гуляния. В том, что Дарья именно его женщина, Дмитрий не сомневался ни минуты, однако с предложением руки и сердца не спешил. Желание возникло спонтанно. Как-то пришло в голову, пошел купил кольцо, заказал роллы, пришел и сделал предложение. На организацию свадебного торжества ушел почти год. Дарья задумала цитрусовую вечеринку. Сама продумывала каждую деталь декорации. Подбирала фотографа, видеооператора и ведущего. У нас присутствовали сами фрукты на свадьбе. То есть они как декор служили, декором, да. Вот. На столах были такие, как... Композиции. Композиции, да, из фруктов. Вот. Фотозона у нас тоже с фруктами была, именно с этими цитрусами. Ну и вся свадьба была именно вот в этих оттенках. Свадьба получилась яркой и сочной. Такой же считают свою семейную жизнь супруги Севастьяновы. В этой семье больше всего ценят душевное спокойствие, а спорят супруги лишь о том, чей носик достался дочке Ксении. Споры не утихают еще с тех пор, когда во время УЗИ они получили первую фотографию будущего ребенка. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов. Местное время. Все сюжеты размещены в наших социальных сетях, Одноклассниках, ВКонтакте и Инстаграм, а также на сайте телекомпании «Актис». Победители определяют только зрители. Поддержите участников, подписывайтесь на страницы и оставляйте лайки. Лидеры проекта «Мы женаты» станут обладателями ценных подарков. А если вам есть что рассказать, становитесь и сами участниками проекта «Мы женаты».